В жаркий летний день одна из центральных улиц города Омска превратилась в молодежный Арбат. 20 июня Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области предоставило уникальную возможность молодым талантам представить собственные проекты. Молодежный Арбат представлял собой своеобразный город, в котором расположились культурно-развлекательные площадки на любой вкус и цвет. Танцевальные направления, вокально-инструментальные, литературные и различные мастер-классы, поучаствовать в которых мог любой желающий. Нам очень радостно отметить, что большее количество именно молодежи, которая приходит и проводит это для жителей города Омска, это не заставлял никто. Мы просто предложили организовать сегодня здесь, уже начинаются мероприятия, посвященные ко Дню молодежи, мы предложили омской молодежи прийти и организовать молодежный Арбат. Вот все площадки, которые вы здесь видите, это молодежь Омской области откликнулась и выставляет свои площадки. Представили свою сувенирную продукцию и авторские изделия бывшие участники молодежного форума «Ритм». Начинающие мастера народного искусства, дизайна, художественных промыслов и ремесел. Это просто мастер-класс по отливке изделий. То есть, ну, дети, тоже взрослый, любой человек может прийти. Я научу просто, как сделать фигурку вот из гипса буквально за 5-10 минут. Достаточно большой интерес у людей к работе ручной, именно работе. Потому что вкладывается очень большая энергия, очень много сил в работы. Ну, сама даже по себе знаю, так как тоже немножко творю. И все наши мастера именно из Омска. Особое внимание приковывал мастер-класс бразильского парного танца форо. Его характерная особенность в том, что партнеры во время исполнения танца должны находиться предельно близко друг к другу. За счет медленного темпа повороты влево и вправо легко осваивали даже новички. Здесь же состоялась акция «Книжный бум». Участники обменивались понравившимися книгами или дарили свои. После собранные издания сослужат хорошую службу в детских лагерях. В рамках него проходит акция «Буккроссинг». То есть люди могут принести книгу, оставить ее, взять любую ему понравившуюся. Также они могут просто взять книгу, присесть на баблы и почитать ее. А для тех, кто еще не успел подать заявку для участия в молодежном форуме «Ритм», мог заполнить анкету. Определиться с идеей проекта помог специальный мастер-класс. Исследую, генерирую, создаю. Вот эти три слова были ключевыми моментами вот в сегодняшнем мастер-классе. То есть разобрали это все на конкретных примерах, успели даже опросить здесь буквально 40 человек на Арбате, который сегодня присутствует. Даже немножко сгенерировали и создали какой-то проектик, ну и решили, что вот кто-то, может быть, поедет на «Ритм» вместе с этим проектом. Идеи, ты хочешь развиваться и быть нужным городу? Приезжай на «Ритм 2015». Сделай больше, чем ты можешь.